Здорово, Ютуб, с вами проф. И, короче, как только я вижу фулочку Лёню Блинчика, друга моего, сразу включается мое записывающее устройство, независимо от того, сонный я или не сонный я, или времени суток, просто начинается адовое жарище, и у нас Вася Монарх в меду, и я на хилочке чисто расчехлился под пациков. Как бы нормально, сейчас почилим. Ни на что абсолютно не претендую. Я на хилке играю. На хилке, как вы знаете, от хила как бы в малой степени игра зависит. То есть, да. Самое важное сейчас, чтобы мои лайнеры не отдались до момента, пока я выйду из зумы 100 раз. Вот. Ну а потом уже можно будет и победить, наверное. Но это не точно. Вероятнее всего здесь будет луз, потому что... Хроника, Владыка, Тень, Дед, Луна. Тень, Луна выигрывают по-любому линию или две линии. Ну, а Хроника и Владыка на выигранных линиях уходят в перекач, и у них вообще нормально все происходит. Там молодые что-то уже чатятся, что-то какие-то стратегии, видимо, обсуждают, чем мы по Шурику позумим. Первая игра, кстати, моя за сегодня, уже прошло несколько дней. До этого на канале вы видели ролики, записанные исключительно хер знает когда. Сейчас на канале будут новые. Это уже во время бана моего на Твиче, во время бана на Ютубе. Блять, меня везде забанили, даже в чате в Прайме. Вот так и живем. Надо сейчас руку закрыть будет, чтобы дать на мид ее. Боже, как я медленно зумлю, когда вот долго не зумил. Последний раз на хилочке был, наверное, дня 3 назад, независимо от того, что вы видели ролики на канале за хилку. Они были записаны реально давно. И рука просто иногда не слушается. О, я, блядь, звездопад только на 2.09 сделал, это пиздец. Ну, типа, может для кого-то это посчитается быстро, но для меня это очень медленно. Прям сильно медленно. Надо на Васю дать руку. Хотя, наверное, хайки она тоже не помешает на боте. Ну, мы сейчас сделаем, наверное, звезды. Вообще, по идее, хака должен на линии нормально чилить пассивно, типа. Против предвода ему сильно ничего не угрожает. Потому что он хилится вроде как. Единственное, что от меня надо будет, это, наверное, ганки. О, ганги, блядь. Антиганги, я хотел сказать. Это вардики. Вот эти моменты все. Кому бы дать звездопад? Наверное, хаке. И заодно дадим ему руку. Потому что у него начинаются небольшие проблемы. Блядь, это было очень близко на самом деле. Чтобы получить пизды. Помогаем, что луна идет. Оп, изи ассистик. Убили у нас молодые люди. 390, 10 прайма до ульты. Я, в принципе, могу себе позволить сделать вот так. Блять, почему он умер от луну? Это не я. Я сказал, я могу сделать так, и он умер от луну, но, блять. Это был не я, это было непредсказуемо. Ладно, я пойду, наверное, обратно в зуму. Сделаю для маски хилку и звездопад. И уже у нас по таймингам будет примерно 5-я минута, когда мне надо будет выйти и просто завардить всю карту. Такой чисто легенький гайдик за хила. Это у меня по сути любая катка, это гайдик. Бля, почему она так долго делается? Выйду, наверное, на фонари.
рука для маски, вернее, свиток для маски, рука на мид. И сделаю последний свиток для той же маски, чтобы она могла звездами убить кого-то с ульты. Я думаю, что владыку вполне маска может осилить на топе. Оу, даже так. Красиво, красиво работаем. Поскольку своего ТП у нас нету, берем левое, варды. Блять, это были мои звезды. Ты что, совсем уебок, что ли? Я тебе не для этого их давал. Вася, лови его нахуй. Василий, блядь, хуярь его, блядь. Вася, я даже тычкую по 34 хуярю. Вася, блядь, ебем их нахуй всех. Луну, блядь, вот это, всех ебем. Родной, не ссы, блядь, родной, я за тебя. Не, крысик что-то пытался задудеть, но, к сожалению, у Васи не было кнопок. Поэтому сейчас, пока крыс мертвый, наша задача пойти и поставить варды. Поставить вижен на карте, чтобы можно было спокойно уже дальше разыгрывать ситуэйшены. Пожалуй, дам руку на маску, на топ, а Васю просто подхилю. Так, ну в принципе я могу типа к Васе просто встать, как бы на морозе, и типа и вообще ничего не бояться. С Васей, блядь, нехуй бояться, рили. Они что, они... А, они убрали снег, а я думаю, что поменялось? Что за хуйня, думаю? Так, туда Vision поставили, теперь надо сюда поставить еще. Опа, это у нас чье? Теньки. Интересно, где она сама сейчас прогуливается. О, вот она. Вася, блядь, алло! Блядь, неужели нельзя было раньше прийти? Она сейчас она придет перебивать. Ладно, похуй. У меня еще один есть. Дадим руку на молодого человека. Поставим сюда Vision. Да ладно, это незаконно, мразь. Это незаконно, она дала светляка, я ослеп на одну тычку, уебать. Что за олдплей жесткий какой-то. У меня больше нету, парни. Я пустой, я на порожнике тупо. Так, надо, наверное, взять отхилка репочков и ложочек поднять молодому, чтобы он хилился почаще. Я, кстати, не видел луну. Я не знаю, где луна у них. Я знаю, что у нас маска пизды получает, а поэтому я иду к ней. Работай, молодой. У него здесь как раз луна, поможем ему стоять против нее. Тяжелая линия, согласен, но благодаря мне она становится полегче для этого молодого. Тут я просто почему замолчал, потому что здесь фул концентрация нужна. Ты один раз затупил, минус ульта. Надо максимум аккуратности и готовности эвэйдить шар. И бафать нужно... Опа, Вася пришел.
Васю сейвим от тени. Аккуратно. Вася, ну что ж ты стоишь-то, АФК, ебаный в рот. У нас кто-то умер? Не, все живые, найс. Все хорошо. Прикрываю Васю собой, чтобы ни в коем случае его не убило шаром. Отлично. И теперь минуса как бы подхиливаем. Нет, все, здесь надо продать башню. Здесь надо просто отдать тавр и смириться с тем, что здесь больше нет тавра. Надеюсь, крысик поставит варды. Потому что я не успеваю просто. Мне надо и маску подсейвить, и Васю ультануть, и шарик заблочить, еще и варды поставить, ебать. Это тупо нереально. Тем временем там на боте у нас чуть-чуть перекачивает, насколько я понимаю, хака владыку. Нет, они примерно на равном фарме находятся. Бля, он, наверное, мариновал, а я запушил, да? Ладно, уже. Били на миду, и Вася живет, ебать. Так, даем руку Васе. Тем временем у нас бот. Надо что-то с ботом делать. И сейчас я поставлю просто... Я знаю, что здесь их вард стоит, но я просто поставлю здесь вижен. Куплю себе пару вардов. И дам ТП на бот, если оно вдруг понадобится там. Не знаю, правильно ли я делаю, что играю в маску. Можете, эксперты, написать в комментах, что думаете по этому поводу. Ну, просто играть в Васю сейчас рисково, как по мне. То есть его сейчас... Бля, родной. Не пугай меня так, пожалуйста. Я не смог бафнуть маску до того, как она дала раскаст. Здесь надо просто выйти. Блять, что? Почему он мансит в разные стороны? Что происходит? Ребята, я не готов участвовать в этих замесах. Я слаб морально, нахуй. У меня начинают трястись ручки, когда я же на хелочке. Я почти как те самые девочки, которые на хелочках играют. Ну, только чуть лучше. Наверное. Но это не точно. Иногда хуже. Блять, там крыса. О, это соло для нашего крыса, лол. Неплохо, надо его подхилить. Но в первую очередь надо заботиться о себе. Если я не позабочусь о себе, то никто не позаботится обо мне. Я наконец-то уже выучил очищение с этими, с тем бардингом ебучим. Так, там у нас луна кидается всякой гадостью. Аккуратненько просто перебиваем ей вижен. Сейчас в меня полетит, я точно знаю. Читается хуйня. Делаем вид, что уходим. Чекаем кота и возвращаемся. Разворотик. Делаем ауе баф. Васю хилим. Вася может сдохнуть. Аккуратно. В принципе, я могу вообще в наглую вот так просто подойти и закинуть ей в кусты туда эту хуйню. Еще Вася по пути тысячку дает. Ух, ёб твою мать. Но это было... Это был байт. Это был байт. Чел на маске забрал луну. Сразу же после того, как она успела обрадоваться, что... типа занесла мне ульту, но нет. Это все слаженная командная работа. У нас тут тем временем хукают нашего гравочи. Короче, Вася, еби его, блядь. Не, Васю самого выебали. К сожалению. Казалось бы, неплохой замес, но Вася проебал позиционку и моментально за это расплатился. Моментально. Так что учим ману.
Нет, учим, наверное, Vision с светляков. А заодно, пока у меня от КДшится со светляк, я смогу выучить КД светляков, чтобы поменьше было. Ну, мне пизда. И никто меня не разменял. Мог разменивать меня спокойно, но нет. Жаль. Жаль. И никто не дал ТП. Если бы маска дала ТП, это был бы изи фраг для нее. А что я сделаю? Ну хотя бы, блядь, дать ему контроль или попытаться убить его. Он же без крипов гонится за мной. Это обычный силовой дед без дефа даже. Без крипов ты бы его просто разъебал бы в соляра. Ладно, не будем рейджить по этой ситуации. Выучим вот это вот. Как раз у нас откатились светляки. И сзади тенька, блять, Вася опять в говно какое-то вступил. Вася не доигрывает в этой игре, к сожалению. Опять они продались. Опять молодые люди продались. Ну что я могу сделать? Я могу только завардить наш лес. Сбить их вижен в нашем лесу. Ебать, это было близко. Сейчас бы я нахуй сбил вижен. На минус и еблоу. Можем попробовать убить предводителя. Только для этого мне надо бафнуть маску, чтобы она смогла в него кнопочки нажать под моим бафом. Нормально, я успел кинуть на нее ощущения, все кнопки, и там ее не смогли законтролить. Не знаю, куда она бежит. Но надо перебить вижен. Ну, типа, по фарму у нас поровну пока что, и я не, ну, типа, не могу делать какие-то прогнозы, я не сильно понимаю, если честно, что здесь вообще может быть. Вполне вероятно, что нас могут законтрить. Но это байт, на самом деле, поймать ульту чью-нибудь не хотелось бы в завардик. Держим позиционку и бегаем просто за Васей. Я выучу сапоги просто, чтобы чуть-чуть быстрее двигаться. Вася забайтил напряжок на ульту теньки. Главное держать Васю под бафом. Так, нормально. Главное, чтобы не в меня ульта прилетел. Ну, в смысле, шар луны прилетел. Можно в Васю, потому что Вася его спокойно переживает, а я нет. То есть я моментально потеряю ульту, если попытаюсь что-либо сделать. Бафаем Васю, чтобы у него было побольше дефа. Кидаем сюда в кусты светляка. Бафаем всю нашу компанию скромную. Ну и позиционка уже в наших руках. На самом деле теперь мы заправляем балом. Влетает хач. Не сильно выгодная у меня ситуация по... Блять, ну вы видели эту анимацию, она была. Анимация по нему была. Я дал в хаку... Я дал в хаку ульту, анимация была, звук был, а ульты не было. Это обидно, это неприятно. Но, тем не менее, размен 2 в 2. Саппорт и лайнер и... А, нет, у нас... Как она меня, блять, видит, эта мразина? Я же иду полностью по нашему вижену. Как эта хуета меня видит? Надо ее туда в кусты запихнуть. Чтобы ее было видно, эту тварину. В
Выучу, наверное, командный барьер. Ну и нам надо ждать регрупп. Ждать регрупп и не отдавать позиционку, которую мы уже отдали, непонятно нахуя. А, ну и моментально дракон забирается и... Да, блять, ну ёбаный в рот, ну Вася, ну что... Я не знаю, зачем они отдают позиционку, типа, противнику. Ну, типа, мы разменялись 2 в 2, и все начали разбегаться и фармить лес. Это была ошибка огромная, потому что моментально забирается дракон. Там несколько, я так понял, 5%-ных. Мне остается только затаривать варды и бафать молодых людей. Но мы еще можем. Мы еще можем. Игра еще не закончена. 21 минута. В принципе, мы можем попробовать еще камбэкнуть. Перефарм не фатальный. И еще будут. Еще будет забор, скорее всего, дракона. Еще подеремся. Надо перебить эту хуету. Тем временем маска запушила бот, и опять начинаются мансы. Непонятно, правда, шо к чему и почем. Они идут по топу, а у меня нет ТП. Придется мне пешком бежать. Я только что тратил свое ТП в надежде на замес, а замеса не произошло. Не знаю, почему у Васи такие трудности вызывает игра на канонире. Достаточно сильный герой, мобильный, очень... непредсказуемый. Так, сейвим Хаку. Хака выживает, убиваем сразу. Ой-ой-ой, жестко, жестко. Там должен минус сейчас кого-то убить. Нет, никого не убивает минус. Как говорил один великий человек, и это минус-минус. Дойдите, бля, до луны. Братик, это должен был сделать ты, пока мы дрались... против толпы нападающих. По идее мне надо... Ладно, я возьму... Мне надо выучить обновление духа, чтобы у меня было 2 ульты. Но вардить как бы... Кроме меня... Ну типа на крыса рассчитывать, который 23 левел выучил. Такая себе идея. Поэтому... Перебьем здесь вард. Там эта ебучая тень вардит. Это байт. Не продавай меня, родной. Маска отдалась, Вася отдался, и все, это наша остановочка. Сейчас нас просто снесут.
Очень плохо играет Минус в этой игре, очень плохо играет Вася в этой игре. Я считаю, что они не отыграли на своих играх как надо. Соло килл по теньке, но... Но это, к сожалению, ГГ. Увы. Мне кажется, Вася не доиграл. Очень сильно не доиграл на канонире. И Минус не доиграл на маске. Очень сильно челы не реализовали своих героев, скажем так, на полную мощность, к сожалению. Возможно, если бы я был здесь на магии, и кто-то расчехлил под меня хилочку, здесь был бы другой абсолютно результат. Но это только на уровне теории, а так... Спасибо, ребят, за просмотр. Если вам понравилась эта карточка, вы можете оценить ее лайком. Ну или же, если не понравилось, ставьте дизлайки. Показываю вам билды. Показываю эксперту тому самому циферке урона. И прощаемся с вами. С вами был Проф. До новых встреч. Блять, это уебищно звучало. Пока, пацаны, ебать. Какой нахуй до новых встреч? Я чё, блять? Ой, все, наберете.